Правительство Армении должно принять решение об обеспечении возврата 107 миллионов долларов, заявил на встрече с журналистами экс-директор Всеармянского фонда «Аястан» Арав Арданян. «Я не исключаю, что некоторые члены попечительского совета могут потребовать от правительства возврата средств. Это требование вполне легитимно и обосновано», считает Варданян, добавив, что в государственном бюджете Армении найдется 107 миллионов долларов для обеспечения данного возврата.